Горячая линия заработала сегодня в Управлении образования Вологды. Специалисты отвечают на все вопросы, касающиеся работы детских садов и школ. Регулировка температуры в группах, ремонты, добровольное пожертвование, предоставление мест в детских садах. В том числе и этих тем касались вопросы, поступившие сегодня на горячую линию. Мы получаем звонок, мы постараемся выяснить суть вопроса. Далее мы разбираемся в причинах сложившейся ситуации, потому что важно устранить не саму ситуацию, а ее причины, которые послужили для ее развития. И в дальнейшем уже принимаем меры или управленческие, или методические для того, чтобы помочь учреждению решить эту ситуацию. Звонки от вологжан принимаются по понедельникам с 13:30 до 17 часов. Телефон горячей линии 72 06 88. Ольга Хрипина, Михаил Протасов, Вологда Портал.